Всем приятной жизни, с вами Психиатр, и мы продолжаем играть в Skyrim. Так, ну и тут я немножко решил подождать утра, потому что мы сюда ночью прилетели. Где? А, вот. Вот. Давайте заглянем в пещерку. Я не знаю, кто тут живет. Вот, и вообще, что это за место. Но... На первый взгляд, она меня пугает. Так, ну ладно. Давай. Кажется. Ты говоришь, что завалил того кота в эти... Так. Где второй? О, на побольше. Ключик. Ключик это хорошо. Что, теряете, да? О. О, бегрюсь. О, кожа! Блин. Я всю кожу выложу. Блин, что вы тут? Блин, я же... Страшно, вот хрень. Я какой рычаг не зацепил. Сейчас мы его по-тихому завалим. Мы завалим. Читёк. А ты что будешь делать? А? А? Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Пак, я хоть ничего не... Так, спикс убираем. Да. Так, я эту ключ пока смотрел. Нет. Мой есть. Так, чё вот? Ага, вот чувак, сейчас мы его... Сейчас мы... Блин, он идет слишком быстро. Ага, твоя смерть. Там, кстати, еще один. Чебурек. Ля, ловушка. Кости развешивали, да? И сама сюда. Если придется, я убью. Блин, ты чё, дура? Ты камни, блин, хранил. О, нычки. Нычки это нужно. Ля, она так на нас замахнулась. Ах ты, мразь. Ты. Чё ты там клянёшься? Так и шо? Как наверх попасть? А, вот. Вот оно. Тут еще.
на эти веревки. Бля, куда я вышел? Чё, конец был пещеры? Или нет, наверное. Я тут еще не нашел крутого сундука. Нет, это не конец. Но там я тоже обшарил, кажется. Мне кажется, что я что-то мог упустить. Так что я тут еще немножечко похожу. Зачем я мог пропустить? А ну да, вот. Здесь я не был. А здесь кто-то есть. Разбойник. Блин, разбойники более крепкие. Ах ты, мразь. Ух, полагалды немножечко. Так, красиво. Хорошки. О! Теперь грибочки. Яблочки. Так. Маленький потом выйти. Так. О, соль вообще редкая. Так, еще столько. Соль, соль, соль. Так, разбойник. Смотри, вот теперь можно смело идти. Вот, вперед. Только вперед. Северный флот. Только вперед. Так, сохранится, наверное. А мы этого давно. Ё-моё! Твою мать! Много, блин! Так, скрытность еще немножечко качну. О! Ну, возьмем. Ну, продадим. Золото. Так, а их тут трое. Початый круг. Сыра. Прикрыл сыр. Так, ну что таки. Нет, что-то не понимаю, ничего делать. Так, деревянный меч. Что? Не горку. Помидор. О, начали. О, сколько. Да, где он? Ничего. Зрачки-то. Надолго хватит. Ось всякие. Асан.
прям это, смотрите, какие бандюги. Живи, живи. Стейки вот очковые. Не, ну просто гляньте, сколько тут добра. Вот всяких кроликов. Что это такие? О. А подготовить нельзя? Блин, я тут расшивал. Блин, да охренеть, блин. Блин, пипец. Приборы тут всякие столовые. Вот. Паблон. Паблон на черный день прятано. Блин, пипец, пещера. Она провалилась сквозь текстуры, фак. Котинка. Так, спать мы здесь, естественно, не будем. Ну ладно, я думаю, у меня ничего ценного не было. Блин, ну вот такие моменты, конечно, подвешены. О, нормально, тяжелую броню подняли. Так, тупик. Так, стрелы. Золото, отмычка. Клейта. О, клейта у нас еще не было. Чё тут еще? Блин, тут человеческие руки. Нет. Пец. Черка. Клетки охрененно. Что это было? Что это было? Ты меня, блин, не видишь, что ли? Слепарный. Слепошара. А вот звук, честно. Блин, а как клетки-то открыть? Ёбаный в рот. Соблюду. Что ты? Блин, ну эксперта я не вскрою. Да где ты, блин? Спрятаться, спрятаться. Теперь нет. Че это спрятался? Слышишь, мульчик его? Ну и где я? Иди сюда, скотина. Гонди.
Так, точнее, камень. Что-то. Так, сундучок. Хатат. О, кольцо молодого взломщика. О, а вот колечко мы наденем, кстати. Одежда. Вот. Блин, опять ты наел. Там зелье лечения, много здоровья. Да блин, ты где? Да я твою мать здесь. Вот кто. Так, интересно, как там подкомнули, к сожалению. Да, нужно нам собирать деньги. 5 или 10. Вот. Не знаю, сколько здесь будет стоить дом. Вообще нужно цены узнать, прежде чем деньги собирать. Но дом нам нужен. Еще тут. Шоп. Вот сколько. Блин. Потому что кое-что. Блин, а где этот чувак? Который мне... Какой? Лазить не давал. Да блин, мы можем убавить меня. Я не знаю, вам слышно? Нет? Просто что это смешно. Завалил. Да я тут, блин. И он даже подсветку. Блин, а как вот эти вот все ворота открыть? Там больше. Ну, иди сюда. Конечно. О, как он? Громила. А где Громила? А где Громила? Фак! Фак, Громила. Да ну блин, я же желаю, твою мать. Ладно, ребята, думаю, на этом выпуск закончим. Фак, и еще тут. Твою ж мать. Пиздец. В общем, разбираться тут со всеми будем за следующий выпуск. Я на этом заканчиваю. Большое всем спасибо, что посмотрели. Подписываемся на канал. Получаем удовольствие от жизни. С вами был психиатр.